Привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Верника Мазер. Сегодня мы будем открывать и делать такой набор алхимик химические опыты жвачка для рук от фирмы Лори. Интересно, какая же все-таки жвачка для рук у нас получится? Здесь написано, что она зеленая. Ну что, давайте посмотрим. Берем и открываем. Такая, первое, что нам попадается в глаза, это инструкция. Второе, это перчаточки. Ребят, смотрите, это не обычные перчатки, они такие плотные, как раз походу на мою руку. То есть не на гиганта какого-то, а вот где-то вот реально под мою руку, смотрите. Это хорошо, очень и удобно, потому что многие кладут такие большие целлофановые перчатки, и в них капитально неудобно делать что-то. А в этих удобно такие. Следующее у нас это поливиниловый спирт, микрокальцит. Вот он в пакетике еще написано, осторожно. Вот. И еще, что у нас? Еще один пакетик. Здесь такая маленькая палочка. Пожалели там положить какую-то палочку побольше. Ну, в принципе, здесь мало поливинилового спирта. И еще последнее, это у нас жвачка, раствор тетрабората, натрия и глицерин. Осторожно, опять написано. То есть это обычный раствор тетрабората натрия и глицерин, который я обычно использую для слаймов. То есть что мы видим? Это у нас поливиниловый спирт, микрокальцит. Дальше тетрабората натрия и глицерин. Палочка, перчатки и инструкция. А микрокальцит находится в такой удобной упаковочке, что можно будет там хранить жвачку для рук. Единственное, что я вижу, что ее получится не так уж и много. В наборе его идет мало. Но есть один плюс. Этот набор я купила всего лишь за 99 рублей. Ну что, приступим к приготовлению слайма. Давайте прочитаем инструкцию. Но в принципе я сама могу догадаться. Мне кажется, что выливаем вот этот поливиниловый спирт и загущаем этот тетрабаратом натрия и глицерином. Ну сейчас прочитаем. У нас на улице гром. Первое. Перед началом работы с набором надеть перчатки. Ну, это понятно, надеть перчатки. Второе. Содержимое баночки с раствором тетрабората натрия и глицерина вылейте в баночку с цветным раствором РИС-1. Ну, здесь картинка то, что. Вот это вот надо будет перелить сюда. Интересно, вам слышно? У нас сейчас такой гром. Аж жуть, страшновато. Третье. Тщательно перемешайте массу деревянной палочкой до тех пор, пока она не загустеет. Четвертое. Снимите перчатки, достаньте массу из банки и тщательно разомните в руках. Все. В принципе, я угадала. И пятое. Жвачка готова. Шесть. Готовую жвачку храните в закрытой емкости. Седьмое. Жвачка предназначена для игры в руках. Пробовать на вкус и жевать ее нельзя. А я так хотела ее поесть или на одежду нацепить. Ну что, давайте приступим к приготовлению жвачки для рук. И это эксперимент я буду делать в перчатках. Ну что, как мне перчатки идут? Как настоящий доктор. Внезапный привет! Это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. Первый привет в этом видео отправляется Тина Хайлови. Привет! Следующий привет я передаю Алине Сауновой. Алина Саунова, лови. Привет! Третий привет в этом видео отправляется Ане Жаак. Аня Жаак, лови. Привет! Следующий привет уходит Лизе Шоу. Лиза Шоу, лови. Привет! И последний привет я передаю Зорджа Бро. Зорджа Бро, лови. Привет! А если ты хочешь, чтобы я именно тебе передала привет в каком-то из моих видео, то пиши в комментариях, передай привет.
Но есть два но. Во-первых, ты должен быть обязательно подписан на мой канал. Во-вторых, ты не должен переименовать свой аккаунт, а то я смотрю в списке привет, а тебя уже не существует, некому передавать привет. А также я вас попрошу ждать, потому что очередь на привет не маленькая. А так как я делаю все по-честному, все в порядке очереди. Поэтому тем, кому я ответила в комментариях на передай привет, что я записала список приветов, я привет обязательно передам, только надо его дождаться. Итак, рубрика «Внезапный привет» закончена. Возвращаемся к нашему набору алхимик, химический опыт, жвачка для рук. Итак, мы остановились на шаге загущать это все тетрабаратом натрия и глицерином. Открываю баночку, достаю палочку. Стишок какой-то получается. В перчатках нельзя ее открыть. И загущаю это тетрабаратом натрия и глицерином. Как он вкусно пахнет. Тут помимо красителя добавили еще и ароматизатор, который мне очень нравится. Ну что, поехали загущать. В наборе говорится то, что можно вылить сразу тетрабарат натрия с глицерином, но я лучше буду делать это все по чуть-чуть. Аккуратненько выливаю по чуть-чуть и перемешиваю. Делаю как будто бы какой-то мини-слаймик. Прям маленький-маленький. Такой яркий цвет. Все-таки он вроде бы загущается, так что вроде бы этот шаг был не зря. Хотя вроде бы и нет. Что-то непонятно. А в перчатках нельзя потрогать. Как будто бы из клея луча. Я еще чуть-чуть добавлю. Смотрите, он уже собрался весь на палочку, теперь надо вмешивать его руками. И продолжаю вымешивать руками. Смотрите, какой он маленький. Васипусенький ты мой. Реально, как настоящая жвачка для рук получается. Прошу заметить, на крышечке осталось много поливинилового спирта. Теперь я хочу его загустить, чтобы получилось чуть больше жвачки для рук. Это перемешаю. Делаю еще меньше жвачку для рук сделала. Зато сэкономила. Ребят, я домешала нашу жвачку для рук, и это реально жвачка для рук, потому что многие делают наборы, называют жвачку для рук, а оказывается, что это слайм или лизун. Но это по отлеплению от рук, отлеплению. По самой консистенции похоже реально на жвачку для рук, на настоящую. Только у них какой-то специальный поливиниловый спирт, потому что здесь еще есть микрокальцик. О! Посмотрите, какая прикольная жвачка для рук. Ей можно рисовать. Только медленно. Зато можно что-то вырисовывать. Целые картины можно делать. Вот она очень хорошо тянется, приятная на ощупь. Тренирует, так сказать, пальцы. И очень вкусно пахнет. Давайте я вам покажу ее крупным планом. Ребят, смотрите, какая жвачка, как она рисует. Как она тянется. И ее зеленый цвет такой классненький, и она очень вкусно пахнет. Единственное, что очень маленький.
Надеюсь, вам понравился этот набор от фирмы Лори. И напишите в комментариях, делали ли вы такой набор. А также не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. Всех люблю, всем пока!